Новые эконавии с интеллектуальными экодатчиками экономят энергию, определяя источники нерационального использования электричества. Всего одним нажатием кнопки вы активируете 5 функций экономии энергии. Эконави оборудован интеллектуальными датчиками, например, датчиком солнечного света, а модели кондиционеров Panasonic 2013 года оснащены улучшенным датчиком движения с новой функцией «температурная волна». Это новый подход к еще более эффективному энергосбережению, основанный на глубоком понимании физиологии температуры человека. В исследовательском центре Panasonic была разработана функция ритмичного контроля за температурой, которая основана на компенсации температурного физиологического отклика. Научные эксперименты доказали, что восприятие температуры остается неизменно комфортным, даже когда средняя заданная температура немного повышается. Поэтому, когда эконави определяет присутствие человека с низким уровнем активности, функция «температурная волна» активирует такой ритмичный контроль за температурой, который позволяет еще больше экономить энергию без ущерба для вашего комфорта. Следующая функция — сканирование пространства. Если человек в комнате один и находится в определенной части помещения, энергия расходуется нерационально, так как охлаждается вся комната. Эконави определяет это и направляет поток воздуха только туда, где вы находитесь. Это позволяет экономить энергию, так как она больше не расходуется зря на охлаждение неиспользуемой части помещения. Если датчик обнаружит изменение интенсивности движения, произойдет небольшая задержка перед включением светодиодного индикатора и сменой направления воздушного потока. Это делается для того, чтобы избежать слишком тонкого реагирования жалюзи, которое не будет способствовать энергосбережению. Еще одна функция — определение активности. Когда вы мало активны, энергия расходуется нерационально, если кондиционер продолжает работать на полную мощность. Эконави регулирует свою работу, реагируя на изменение уровня человеческой активности. Степень охлаждения уменьшается так же, как если бы вы на 1 градус Цельсия повысили установленную температуру. Таким образом, экономится электроэнергия благодаря снижению мощности работы кондиционера. Далее. Распознавание отсутствия людей. Когда вы покидаете комнату, энергия будет расходоваться нерационально, если степень охлаждения останется неизменной. Эконави определяет, что в комнате нет людей, и постепенно снижает степень охлаждения до тех пор, пока температура в помещении не повысится на 2 градуса. Это позволяет экономить электричество, снижая использование лишней энергии на охлаждение пустого помещения. И, наконец, распознавание солнечного света. Энергия расходуется нерационально, если интенсивность охлаждения помещения остается неизменной, когда в солнечный день небо заволакивают облака. Эконави определяет изменения в интенсивности солнечного света и снижает степень охлаждения так, как если бы вы повысили заданную температуру на 1 градус. А когда опять становится солнечно, степень охлаждения возвращается к изначальному значению. Ночь определяется так же, как облачная погода. То есть эконави снижает степень охлаждения так, как если бы вы повысили заданную температуру на 1 градус. Это позволяет экономить электричество, снижая использование лишней энергии при низкой интенсивности солнечного света. Эконави с новой функцией «температурная волна» позволяет вам перейти на новый уровень экономии электроэнергии. Теперь вы сможете экономить до 38% энергии. Теперь мы расскажем о работе эконави в режиме обогрева. Начнем с функции сканирования помещения. Если человек в комнате один и находится в определенной части помещения, энергия расходуется нерационально, так как обогревается вся комната. Эконави определяет это и направляет поток воздуха только туда, где вы находитесь. Это позволяет экономить энергию, так как она больше не расходуется зря на обогрев неиспользуемой части помещения. Если датчик обнаружит изменение интенсивности движения, произойдет небольшая задержка перед включением светодиодного индикатора и сменой направления воздушного потока. Это делается для того, чтобы избежать слишком тонкого реагирования жалюзи, которое не будет способствовать энергосбережению. Еще одна функция — распознавание уровня активности. Когда вы активны, энергия расходуется нерационально, если кондиционер продолжает работать на полную мощность. Эконави регулирует свою работу, реагируя на изменение уровня человеческой активности. Степень обогрева уменьшается так же, как если бы вы на 1 градус Цельсия понизили установленную температуру.
Таким образом, экономится электроэнергия благодаря снижению мощности работы кондиционера. Далее. Распознавание отсутствия людей. Когда вы покидаете комнату, энергия будет расходоваться нерационально, если степень обогрева останется неизменной. Эконави определяет, что в комнате нет людей, и постепенно снижает степень обогрева до тех пор, пока температура в помещении не понизится на 2 градуса. Это позволяет экономить электричество, снижая использование лишней энергии на обогрев пустого помещения. И, наконец, распознавание солнечного света. Энергия расходуется нерационально, если интенсивность обогрева помещения остается неизменной, когда облачное небо расчищается. Эконави определяет изменения в интенсивности солнечного света и снижает степень обогрева так, как если бы вы понизили заданную температуру на 1 градус. А когда опять становится облачно, степень обогрева возвращается к изначальному значению. Ночь определяется так же, как облачная погода, то есть Эконави сохраняет изначально установленную степень обогрева. Это позволяет экономить электричество, снижая использование лишней энергии при высокой интенсивности солнечного света. Эконави с интеллектуальными эко-датчиками предлагает вам 4 способа эффективной экономии электроэнергии. Теперь вы сможете экономить до 45% энергии.